Увидела свет новая книга «Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря. Путь к возрождению». Это научно-популярное художественное издание описывает достижения в процессе восстановления великолепного памятника церковного искусства, раскрывает неизвестные страницы истории собора. Решение об издании книги было принято Советом благотворительного фонда по восстановлению Воскресенской Ново-Иерусалимской обители. Сюжет Галины Ледвиной. В новой книге вся история возрождения Воскресенского собора 17 века, великолепного памятника церковного искусства, единственной в мире полноразмерной копии храма Святого Гроба в Иерусалиме. Перелистывая страницы, можно увидеть, каким собор был и как восставал из руин, а также как выглядит сегодня. В издании зримые результаты работы тысяч высококлассных специалистов, труд которых наместник монастыря назвал подвигом. Самый высокий собор 17 века, высотой почти 75 метров, самый объемный, вмещающий 16 тысяч человек, самый сложный, поскольку в нем все больше использовались керамики, изразцов, архитектурно самый был он действительно продвинутый, приходилось работать на ветру, на высоте, на морозе, работали три смены. Вот мы постарались, работали почти что 2500 человек. На презентацию приглашены все специалисты, принимавшие участие в воссоздании русской святыни. Ими, собственно, и написана эта книга. На страницах издания описаны новейшие технологии, примененные при реставрации. Например, как разрабатывали систему вентиляции. Один из самых ярких примеров – уникальные работы по сохранению трехъярусного иконостаса 17 века из изразцов, изготовленных еще при патриархе Никоне. Иконостас находился в аварийном состоянии. Его фрагменты чудом сохранились после взрыва в 1941 году. Стояла задача, как же восстановить нам колокольню, что нам делать с иконостасом. Были одни из предложений вынести его туда, разрезать, распилить, вынести. И после многих дискуссий, дебатов на экспертных советах было принято решение, что нельзя его выносить, мы его просто потеряем и погубим. И колокольня восстанавливалась, огромные фундаменты, высота колокольни достаточно большая. Они восстанавливались с учетом того, что внутри находился тот самый иконостас, который вывешивался, потом под него подводились фундаменты, он ставился на место, и уже вокруг него воссоздавались стены, которые мы сейчас видим. По словам редактора, книга может быть пособием для архитекторов, инженеров, реставраторов, археологов, но будет она также интересна любому читателю. Десятки открытий, сделанные в ходе работ, описаны доступным языком на ее страницах. Например, он узнает, как была открыта секретная палатка, значит, на хорах монастыря. Если читатель интересуется, православный, например, читатель, погребениями великих людей, он прочтет здесь об исследовании гробницы патриарха Никона, которая научно никогда не исследовалась. Надгробия с надписями, которые до сих пор не были известны. Участки кладбища, которые никогда до сих пор вообще никто не знал, что они есть на территории монастыря. Очень много про художественную часть монастыря. Например, исключительной красоты лепные изразцовые плафоны для паникадил, которые были открыты в церкви Голговской. Решение об издании книги было принято Советом благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Она стала благодарностью всем, кто принимал участие в восстановлении Воскресенского собора. Главная цель была, еще раз повторюсь, в том, чтобы отражены были все работы и все специалисты, которые участвовали, они не были забыты. В том числе и те жертвователи, которые все имена присутствуют в этой книге. Более 5000 человек – это те люди, которые вносили свои средства. Всех участников поблагодарили за внесенный вклад в дело восстановления святой обители и каждому вручили экземпляр нового издания. С выходом книги поставлена не точка, а многоточие. Впереди всех ждет продолжение работы, издание книги в масштабах всего Ново-Иерусалимского монастыря. А уже вышедший труд «Воскресенский собор. Путь к возрождению» можно приобрести в монастыре в самом соборе.